Хотел сказать всем привет, попали на канал Нечай. Но нет, промахнулись и попали на канал Аспортс ТВ. С вами Артём Нечаев и Герман Эль Классико. Мы продолжаем захватывать каналы. Я, кстати, подумал, что действительно мы с тобой редко видимся, мало коллаборируем где. Всего лишь-то на двух твоих каналах и на одном моем. Все ссылки внизу в описании, между прочим. Я видел в одном паблике мем, типа Нечай, Герман. Контент. Вау, это прекрасно. Это я мем этот сделал. В общем, сегодня мы собрались не просто так попить зеленый чай. Мы решили пофантазировать, поэкспериментировать и обсудить, насколько ли реальны какие-нибудь футбольные слухи. Я весь во внимание, и вот ты сказал пофантазировать. Я подумал, что мы такие, ну... Типа... Не-не-не, вот это не очень. Ты... Сопереживаешь, беспокоишься за команду под названием Реал Мадрид. Очень, честно, всю жизнь болею за тебя, и с гриппом, и за Реал Мадрид. Все больше и больше ходит слухов, что в Реал Мадрид нужна новая суперзвезда. Что Криш, мало того, что через себя уничтожает Буффона, но все равно стареет. Я знаю, на кого ты намекаешь. Я не буду тебя трогать за колено. Я знаю, на кого ты намекаешь. Вот, на кого? На чего я намекаю? Ну объясни, умоляю. Я думаю, что ты намекаешь на того самого бразильского гениального футболиста. В смысле, Тайсон из Шахтера? Абсолютно. Да, совершенно верно. Сегодня мы покупаем в Реал Мадрид в футбол-менеджере. Покупаем Неймара и пытаемся как-то его интегрировать внутрь Реал Мадрида, посмотреть, насколько хорошо это пойдет на пользу Реал Мадриду, а насколько хорошо пойдет это на пользу Неймару, и насколько будет хреново у Барселоне в этот момент, когда они будут встречаться с мадридским Реалом. А так как Неймар уже сказал о том, что он пошел в ПСЖ не за деньгами, он так сказал, я пошел в ПСЖ, потому что мне нужны новые цели. С Барса выиграл все, в Барсу дорога закрыта. Если он перейдет в Реал, то как минимум он получит люлей. Ты здороваешься сам собой сейчас, я тебя отвлекаю, не все нормально. В общем, да, мы купили Неймара, ты еще не посмотрел трансферную стоимость, за сколько я его купил? Ну, здесь похоже на реальность? Да. Нет. Ну, это же футбол-менеджер. Не, на самом же деле, есть же истории, когда клубы в реальном мире покупают игроков, смотря их в футбол-менеджере. Эй, я же вижу, что ты подсматриваешь. В чем дело? Да говори уже сумму. Ну, я думаю, что это должны быть вообще рекорднейшие бабки. И... А, вопрос, стой. Он же не как свободный агент? Потом скажет, нет, он за ноль ушел. Нет, я купил его из ПСЖ. Окей, 250 миллионов. Я считаю, что испанцы должны собрать дань со всех жителей Мадрида. Мадридское ИПИ вот это, да, устроить, чтобы собирать деньги. Если я его купил задороже, ты будешь ругаться, как на ассистента, который потратил... Конечно. Я купил его за 253 миллиона. 253 миллиона. Господи, ну как же близок я к тому, что... Совершенно. Чтобы, а? Зарплата 3 миллиона в месяц мы ему платим. Ты понимаешь, что он просто, он рубит бабки в секунду. Сейчас самое сложное для нас с тобой придумать тактику. Как уместить всех героев? Ох, это будет сложно, но я, кажется, знаю, кем можно пожертвовать. Ты ярый фанат Бензема. Больше... Ты что сделаешь? Ты загнобишь его на лавке или продашь его? А, я думаю, что... О, мы даже так, мы даже можем вообще сказать... На, Бейл, что сказал, Скай? Нет, давай. Слушай, я думаю, что Неймар точно фланговый игрок. Да. И для того, чтобы эту машину, вот, ну, изначально, наверное, самое очевидное решение, это Бензему посадить на баночку, Роналду выпустить вперед, угу, и типа разрешить ему не возвращаться, а Неймарчика на левый фланг. Допускаю такую мысль, что, возможно, кого-то придется продавать. Неймар у нас неприкосновенный сегодня. Да, а значит, верно. Или Гаррет Бейл, или Криштиану Роналду могут лишиться своего места. Ой-ой-ой. Вот это интрига. То есть пока мы играем вот такой расстановкой. Да. Единственное, у меня вот справа в защите Натха или что-то. Бибрат. Затесался. Ты что, своего любимого игрока купил, пока меня не было? Не, Начо Фернандес это же. Да, 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 я знаю, конечно. Наша любимая вещь в этом формате. Мы только появляемся в клубе, покупаем какого-то игрока и уходим в отпуск. Купить хитрую лазанью тебе нравится? Да? Купить хитрую лазанью? Вообще можешь симулировать все до Барса. Да, Барсу мы посмотрим. Вторую или в первую? Мы посмотрим вот эту ответную. Ага. Ну, короче, выходим мы 12 августа, чтобы застать Барсу, но ее мы просимулируем первую, а вторую как раз-таки да, сыграем. Я ухожу в отпуск, не знаю, как ты, а я на море, а ты? Я в горы. А мы вернулись, мы отдохнули, подзарядились и готовы посмотреть. Я немного устал от перелета, подожди. Мы сыграли товарищеские матчи. С Монако сыграли 1-1.
Криш тут забил, естественно, кому ну, еще? Молодец, кстати, на острие. О, Писка. Криш! Роналду трешечку. Стареет он, стареет. Причем, смотри, 67-я, 69-я, 79-я. За 10 минут человек просто... Он ему просто, может, выпустил. Он... Помолодел. Мы проиграли Баварии. Ну, это товарищеский матч. Да, это мы наиграли. Кто забил? Кому поднять зарплату сразу да. решил? Скажи, что это Криштиану Роналду и Иска. О. А где Неймар вообще, мне интересно? Неймар что-то делает. Где он? Плавал. А может быть, он в отпуск с нами уехал? Слушай, я не исключаю. А вот Неймар был. Вот с Пискарой он один голевой момент создал. 7-0 набрал. Ну, рейтинг у него не самый плохой, но и, ну, типа, он пока хороший. Что не лидер. Вообще ну, не Криштиану лидер. А очень важно узнать, как мы сыграли с МЮ, потому что это все-таки да. суперкубок Европы. Да, и, возможно, мы уже обладатели титула. Да. Прикинь. Пришли с отпуска такие. Это, кстати, вам. Что это у меня в кабинете какая-то новая чашка стоит? Это вы выиграли, пока отдыхали. Поздравляем. Нет. Нет. Так, чё, погнали? Играем? Да, на атаку все там, да? Сразу же на атаку? Ну, мне кажется, настрой атакующий прям сразу говорит. 100%. Ну, нам нужно забивать больше, чем они. Матч начался! В воде не тонет? О, у нас хорошо выходит короткий пас. Нам нужно дать установку игрокам попробовать играть в короткий пас. Будем давать? Давай. Не, ну хочешь, будем терпеть. Пока что давай хотя бы до минут 20 не... Надо хоть посмотреть игру. Видишь, они больше бьют. Они намного больше yeah. бьют. У них много моментов. И все через правый фланг, через Месси. Вот. Давай мы, может быть, на левого защитника поменяем. Уже? Ну не, ну... То есть на 20-й минуте короткий пас ты не хочешь давать совет. А поменять защитника, в принципе, можно. Да потому что Месси сейчас забьет, если мы не поменяем. Кто там слева? Марсело. Давай его выпустим направо, давай поменяем. Пускай Карвахаль играет слева. Ты серьезно? Да. Все хорошо. Все, не надо! Оставь Марсело. Да какую ты еще несешь? А ты все портишь. Марсело направо? Да. Ты точно играл в футбол когда? Да, да, давай, да. Ну это. Ну смотри, Марсело просто здесь. Да, это игра. Я тебе говорю, как в реальной жизни. Если у кого-то не пошло, то, ну, чтобы не делать замену, очень часто фланговые игроки меняются бровками. Какая разница играть слева в защите или справа в защите? По сути, для Месси сейчас станет сложнее. Видишь, снизилась атаки по поэтому. Вот, план. Только сейчас сделаны изменения, видишь? Ну, снизились атаки. Да что это будет? Неймарчик. Мы вообще в атаке или в обороне, я не понимаю. А здесь Модрич. Низко. Ой-ой-ой, на Роналду отдает! Роналду принимает и... Силисон отбивает. Как можно не забить с такой... Блин, ну это было круто. Ну хорошо, хоть чуть-чуть выровняли, это радует. Ну сейчас пас прошел от Иска в центр. Ну нет, все равно с флангов написано. Ага. Ну, типа он справа. Ну, владеем флангом. Ой-ой-ой-ой-ой, Иньесту никто не встречает. Что происходит? Суарес принимает. Я терпеть могу этот. Ух, что-то вратарь. Угловой еще тоже нам решили показать. Пике. Кутини. А можно просто закрыть ноутбук? И что? И конец видео будет? Так, ну мы пропустили с углового. В принципе... Ну смотри, еще раз повтор. Рикошет. Ну типа удар заблокировали, рикошет. И первый на подборе опять два. Варан травмирован. Бараном. Но я надеюсь, ты не предлагаешь Бензима выпустить в центре обороны? Кстати, у нас нет центральных защитников хороших на замену. Нам вот кого нужно. Видите, еще мы потратили весь бюджет Мадрида на левый фланг, я тебе напомню. Так, перерыв. Первый тайм закончен. Да. Можно я кое-что скажу от себя? Скажи, если они пропустят на последней минуте опять, я их ударю. Передай каждому. Скажи им от меня. Хорошо. Жорди Альба, кстати, очень часто теряет мяч. Может... Давай Неймара направо выпустим. Или Роналду направо опустим и выпустим. Типа, да, смотри, за все разы у нас ничего не показывает Бейл. Мы можем либо Асенсио выпустить вместо Бейла, либо Роналду опустить направо. Просто давай мы можем подсказать, чтобы, смотри, инструкции команде, допустим, мы можем сказать, играть через левый фланг. Мы просто можем сказать, забейте гол, они забьют. Играть через левый фланг, да? Давай. Если Жорди Альба посирается. Давай, давай, давай. Криш должен забить сегодня либо свои ворота, либо в чужие. Ну, Криш нормально, Криш стабильный. Мяч у Навоса, сейчас он ведет мяч. Все, это гол. Опасно! Когда мяч у Навоса, это уже... Так, Роналду зацепится? Что ж происходит? Слушай, ну на самом деле Карвахаль и Марсело пока это лучшая наша перестановка. Слушай, в игре. И вообще я считаю о том, что Навас пока что больше всех с мячом у нас. Ну Неймар, смотри, как пробегает всегда. Да, Неймар очень-очень... И бью... Не, ну Неймар много берет на себя. Уже второй момент, когда он тащит. Очень хорошо протас. То есть у него неплохо получается. Он прям по диагонали бежит. Скидывает на Марсело, Марсело. И... Да Кришечка! Криштиану! Ну, мы же видели, что ты...
вот 800. Гол на 55-й бы много чего изменил бы, на самом деле. Пока никакого момента. Пике владеет мячом. Зачем нам это показывать, не особо понимаю. Но походу у них сейчас выход будет из обороны в атаку хороший. Месси протащит. Ковачич отнимает. Но нет, уродище лысое. Ковачич под всех подкатывается. Кажется, вот кого нужно в стартовый состав. Просто машина, а? Асенсио, как его там зовут? Побежал. Он на скамейку, как... Он привык на скамеечку бегать. Куда? Слушай, смотри, он увел всех, и Ковачич отдает на Карвахаля. Карвахаль. Асенсио. Неймар, пукни! Бензима! Бензима почти забил. Это было хорошо. Я смотрел, ребят, тактика. Да, тики-така у вас с вратарем. Дай угадай, он удаст вратарю. Еще одна корона экстрасенса, у тебя вторая уже. Ковачич сейчас опять Месси сломает. Просто у нас два гения атаки. Алькасер вообще один остается. Гол. Алькасер забивает в ворота Реала. Слушай, ну все, вчистую мы просираем. Барселона празднует на Сантьяго Бернабеу суперкубок. Но это только начало. Уже есть новость. Ну-ка, кого мы обыграли? Обыграли Барселону 4-0. Да? Да. Но нас уволили. А за что? Давай разбираться. Ну вот круто, что мы, смотри, мы обыграли Барсу 4-0. Просто, мне кажется, что все, кто болеет за Реал, должны вот нас простить за то, что мы проиграли первый матч. Потому что Неймар, Рональду и Лука Модрич. Аспиликуэта, Роналду его заставил, говорит, забей в свои. Да, сначала перейди из Челси в Барсу и забей в свои. В какой момент ты нас уволили, суки? Что мы сделали не так? 4-0 за Альцбург обыграли. Бейл наконец-то заиграл. Из лазарета просто костыль кинул. Гаррет Бейл признателен за поддержку со стороны Германа или Классика. Это официальная информация или в игре? Неймар травмирован. Вот что происходит. Неймар травмирован. Реал Мадрид теряет ключевого игрока. А, подожди. Так а мы не уволили. Ты что, дурень? Я думаю, за что нас уволили? Но кажется, ребята, Артём Нечаев не умеет играть в эту игру. Я же третий в Spanish Division. Ну, слушай, все равно не очень хорошо. Ну подожди, ну почему не хорошо? А, мы выше хорошо? Барса, смотри. Мы выше Барса и... Мы выше Барса всех вообще. Так, это получается... 3 очка до первого места. Одна победа, и мы первые. Лучший бомбардир Криш. А, смотри, и по статистике все супер. Криш лучший Голевушечки, бомбардир. Голевушечки. Третий. Неймар, ну первый, считай. Нет, а Неймар первый по средним оценкам. Ты тренер! Все, до февраля возвращаемся в наш нормальный отпускной ритм. Конечно же. Все, прости меня. Ты зачем меня вообще выдернул из отпуска? Я в Дубаях. И Бейл окажется на фланге. А, какое? С трактовкой. Подскажи, что ты на данный момент понял, как использовать Неймара, учитывая, что у тебя в команде Криштиану Роналду, молодые таланты Иско, Асенсио, Кросс, Модрич. Что нужно делать? Я понял, во-первых, что нельзя сажать на банку Роналду. Он все еще хорош. Да, дико причем хорош. Если у вас были мысли, что покупая Неймара, надо сразу же продавать Роналду. У нас такие мысли тоже были. Но мы этого не сделали, и слава богу, потому что я не знаю, кто бы забивал в эти моменты. Роналду, ну, колоссальный гений, но и Неймар хорош, честно, когда не травмирован. Может быть, да, это не особо видно по статистике, хотя по статистике, по усредненным оценкам, он сейчас лучший так в Ла Лиге. Он очень часто лучший игрок матча. Да, но при этом, вот, учитывая, что мы дико просрали оба матча в Суперкубке, он все равно реально тащил. То есть, когда не было комбинационной игры, он реально брал мяч и просто бежал вперед. И реально проходил оборонительные редуты каталонцев. Я тебе могу сказать более. Единственный, кого мы сажаем на банку, и кто нам вот, ну, можем продать, можем позволить. Можем себе позволить, да, такую наглость. Это Карим Бензема. Два Бензема. И, наверное, Гаррет Бейл. Да. Ну что, друзья, невероятная вещь произошла. Мы в отпуске чуть-чуть поглядели на Реал Мадрид и подумали, что же там происходит. И ты не представляешь, Герман. У меня к тебе претензия. У меня нет такой бородки. Зачем Стас Михайлов сделал мою аватару? Нашим игрокам слушать тебя, мой великий тренер. У нас 14 января, мы хотели вернуться 10 февраля, но мы увидели по расписанию, матч с Барсой. Что появился матч с Барсой в Кубке Испании. Видимо, какая-то жеребьевочка произошла, что уже радует. Мы есть в Кубке Испании, мы еще не вылетели. И сейчас мы будем драть какие-то
как это называется, сине-гранатовые задницы. Я думаю, что сейчас будет решающий момент, потому что, во-первых, мы точно поняли, что нас не уволили. Да. Это круто. О, Месси получил повреждение. Yes! Уже успех! Слушай, Месси с крестиком бегает, ему вообще все равно. Опа! Смотри, Иска! Пошел Исочка! Отдает на Гриша, Гриша один, вообще свободная зона, входит удар! Мимо ворот. Мы когда-нибудь порадуемся? Блин, ну Криша постоянно есть моменты против Барса. На Модрича! Давай, и... твоя позиция, Лука! Бьет! Выше! Как же, ну его позиция. А если мы проиграем Барселоне, считается, что мы выиграли? О, Месси травмирован! 1-1 по травму! Заменили! Травму. Замени! Коутиньо вышел! Ой-ой-ой! Штанга! Ой-ой-ой! Фух! Чувак, вот сейчас это называется отскок. Это отскок, совершенно верно. Нам повтор показывать или что? Иска, давай! Пошли, 2 в 2! Бензема, пожалуйста, отдай мяч. И Криш, беги, у тебя скорость 99. Подождал подключение на Иска. Так, и кросс еще, да, внизу? А, подожди, подожди. А, ну... Я хочу так. А кросс ты... Смотри! Да что смотри? Просто ты сейчас сказал это, или что? Ты знаешь, у тебя кросс в нападении? Не надо. Что не надо? Убей. Я тебе про то же, но ты уже нажал, мы ничего не можем пока делать. Зима. Класс, мы в косашку, а? Он отбил поворот, на самом деле. Ну давай то Бензиму, ладно, в атаку, чё. Да что началось-то? Давай, давай, опорник. Вот, все, принять давай. Да хватит уже, мы поняли, что вы хорошо играете в футбол. Дайте нам теперь поиграть. Так, мы проигрываем Барселоне 0-2. У нас есть еще ответный матч, но мы уже не будем. Я понял главную фишку мадридского Реала. Нужно не мешать игрокам. Вот когда мы в отпуске, когда мы где-то в далеких странах просто присылаем фотки, что у нас все хорошо, и у них все хорошо в этот момент. Мы уже можем сделать окончательные выводы по Неймару в Реале и Реал с Неймаром. Неймару идет Реал, и Реалу идет Неймар. Это круто, правда. И круто Реалу совместить Криштиану вместе с Неймаром. Да. Не знаю, насколько в жизни это будет печально или типа наоборот круто, но в игре это восхитительно. Короче, итог такой. Если Реал покупает Неймара, то Криштиану продавать не надо. В общем, спасибо большое, что ты пришел. Спасибо, что поучаствовал в этом эксперименте Неймарова Реал Леском. Друзья, я впервые на этом канале, поэтому поддержите большим пальцем вверх и пишите в комментариях, если хотите увидеть меня снова. Да, ты прекрасно выглядишь на этом канале, но еще прекраснее ты выглядишь на своем канале. Ссылка внизу в описании на Германа и Классику. Я больше тебе скажу, я превосходно выгляжу на твоем канале, который тоже находится в описании. Обязательно в конце покажу, как выглядит конечный сезон, как выглядит Неймар к лету. Распускается ли он, да. С косичками, я видел. Да, но твое предсказание. У тебя уже две короны экстрасенса есть. Я считаю, что чемпионат мы выиграем. Так. Я считаю, что Кубок Испании мы прококаем бо. Уже от Барселоны сейчас, да? Я думаю, да. И Лига Чемпионов, скорее всего, останется, ну, не за нами, а вот мы попадем в полуфинал. Ну, мне кажется, это будет успешный сезон. Но ничто не может быть успешнее, чем мои предсказания. Я сегодня просто король вообще битвы. Ну, это же королевский клуб. Герман Колдони. Что тебе сказать? Сколько лайков будет под этим выпуском? Давай. 14. 14 точно будет. Здесь ты не ошибешься. Все? Да. Пока.